Всем привет! Вы на канале Ляля Ангел. Ляля, вперед! Вот так вот мы с Лялькой играем каждый вечер. Такая важная она, когда вот эту вот собачку таскает. Это вообще-то детская игрушка. Лялечка, ну да, я покажу. А я ее купила для Ляльки. Ей она понравилась. Так у нас проходит вечера. Дай. Дай игрушку. Ля-ля. Вот такая вот еще корова у нас есть. Сегодня у нас такое будет видео. Там и гуляние немножечко будет. В общем, смотрите сами, все увидите. Сейчас мы собираемся с ней на прогулку. Да, так как я сегодня отдыхаю, мы с Лялей играем днем. А так обычно, да, вечера у нас такие проходят с разными игрушками. Так вот я ей кидаю, сажусь на пол, кидаю игрушки. Она мне их приносит. Маленько перетягивает. В общем, если я у нее не смогу забрать эту игрушку, или она ее у меня, в общем, забирает, она просит следующую. И у нас получается вот здесь вот на полосе перед нами много игрушек. Штук по 6, по 7 бывает. Такой Спанч Боб. Это еще игрушка моего сына. Увидимся с вами на улице. Решила вам немножко поснимать на улице, как мы гуляем. Вот столько снега в Екатеринбурге. Но это очень мало еще. То есть тут вообще у нас такая зима была в этом году. Не очень снежная. Тут гребли, тут видите, уже проталины видны. В общем, весна началась. Ля-ля, давай покажем, в чем мы сегодня. Такие вот у нас кедики. Подожди, Ляль. Вот в таких кедиках мы гуляем, в таком комбинезончике. Сегодня у нас ветрено. Очень. Один уже чуть-чуть на правой лапке спадывает, потому что я так плохо его затянула. Завязала. Но мне кажется, на шнурочках удобнее, там как хочешь, так и затягиваешь. Фиксируешь как надо. Видите, уже как грязно. Но это мы дорогу переходили, ходили в магазин. Вон наши местные птички, голуби. Для них еще на деревья кормушки вешают. И они в кормушках кушают. Из кормушек кушают. Ля-ля. А там гуляют с ребенком. Или это... Нет, вот, на песочнице. Не знаю, хорошо ли вам видно. Какие-то игрушки болтаются, какие-то украшения. Вот она и лает. Хочу вам показать после гуляния наши комбезы. Ну, в общем, нашу одежду. Смотрите. Погуляли буквально минут 40, полчаса. Шлейку я тоже сразу в машинку. Кеды у нас вообще вот так вот грязные. Вот такая грязь на улице. А вроде выходишь нормально. В общем, сейчас буду запускать стирку. Я, если вот так вот морается, сразу стираю после каждой гулянки. И у нас одежда всегда в идеальном состоянии. Я даже уже продавала свою одежду. И люди думали, что она почти новая. Но хотя мы носим вот этот вот комбез. Я даже в отбеливатель его кидала. В общем, примерно второй сезон, наверное, мы носим его. Эта Лялька после гулянки улеглась на свою подушку. Да, у нее есть своя подушечка вот такая вот. Две наволочки у нее, я и меняю обязательно в сердечки. И Мартин тут с ней разлегся. Мартина скоро будем купать, чесать и, возможно, даже подстригать. Лялька, можно взять у тебя интервью? Ты нагулялась? Вот глаза текут, не знаю, что делать. Ветеринары говорят, это нормально, что ничего не надо делать. Я и лосьоном протираю, и все равно засыпает. Ты глазки закрываешь, матушка моя. Вот так вот мы постоянно их протираем, протираем утром, вечером, а толку?
никакого. Или врач такой, или что. Когда прививку ходили делать, спрашивала. Мартин. Вот такой вот Мартин у нас красавчик. Но историю Мартина вы можете посмотреть видео на моем канале, как он у нас появился. Но могу кратко рассказать. Он в подъезде жил примерно неделю. Потом мы с сыном, значит, его забрали, искупали. Он был худой. Он вроде на персидского похож. Но я считаю, он персидский. Вот смотрите, видите, мордашка какая плоская у него. Вот и все. И так он у нас уже живет. Так, лет 7, наверное, 8. Ну, ему примерно около 10 лет, когда мы его подобрали, ему было 1,5 года. Ну, так ветеринар сказал. Ля-ля, скажи всем пока, подписывайтесь на наш канал. Будем рады всем подписчикам. Подписчики наши друзья. Всем пока!